Серьезная авария произошла возле Марьинской. Там идет, делают новый участок дороги. И сейчас сужение. И скорость резко ограничена, там 40, по-моему. И вот в лобовую две легковые. Не знаю, как там, без жертв обошлось. Мы подъехали, когда уже машины растаскивали. Ну, выглядели они очень, очень плохо. И все, проблема решена. Кстати, довольно дешево. В общем-то, это, я думаю, стоит недорого, потому что это уже такие ставки. Вопрос, да, вот одну на погрузчик уже грузят. И так далее. И все, пообещали. Подушки безопасности там разбросаны, все там в таком состоянии. Там с тобой вот этого, это самое, вот как его, переписка, говорит, тенге с этим чертом скаутским, вот, который с банком-то заведовал, француз. С Троскана, там то ли был кто-то, то ли не было кто-то, то ли что-то с ними между ними случилось, то ли не случилось, но как бы это самое, осадок остался, и человека взяли и убрали, значит, соответственно, поставить.